Четвер, і це наймасштабніша атака безпілотниками по військових аеродромах Російської Федерації. Відразу попрошу наших глядачів поставити лайк, прокоментувати, підписатися і поділитися нашою розмовою. Пане Романе, підтвердження, напевно, найтаке смачніше підтвердження за весь час воєнного зведення з вами, тому що це от атака дрону «Лютий» на аеродром Савасліївка, Нижній Новгород. Вчора ми з вами говорили, а сьогодні вже є відео підтвердження, і також Служба безпеки України і Головне управління розвідки повідомляють, що це була одна з наймасштабніших, чи або ж наймасштабніша атака дронами по території Російської Федерації по військовій інфраструктурі. 4 аэродрома вчера были атакованы нашими беспилотниками, в основном лютыми, бобрами, под управлением Службы безопасности Украины с привлечением Главного управления разведки, сил спецопераций, вооруженных сил Украины, определенного спецподразделения. То есть такая масштабная атака, больше сотни беспилотников, 4 аэродрома, Курский аэродром, Воронежский, Балтимор, Борисоглебский аэродром Воронежского высшего авиационного училища летчиков, а это авиабаза так называемая, учебно-тренировочная, и Савасліївка. На Курском и Воронежском аэродроме находятся Су-30, Су-34 в основном, часть Су-35, на Борисоглебске. Это Л-39 «Альбатрос» для переучивания и обучения летного состава, Су-25 в основном, то есть штурмовики. Ну, а Савасліївка – это МиГ-31, то есть базовая – это МиГ-31. То есть на все 4 аэродрома были отправлены больше сотни беспилотников. Задача выполнена. Зашли, уничтожили те цели, которые были поставлены. Часть, конечно, беспилотников была сбита, но вот россиян здесь можно, так сказать, поправить. Это штатная работа беспилотника. То есть он, когда заходит на цель, он уходит в пикирование. Это не сбили беспилотник, это он ушел в пикирование и уничтожил самолет. То есть это штатная его работа. Пане Романе, окрім цього, також повідомили про Борисоглебськ, де ви згадуєте. Там влучання повідомляють в ТЕЧ. Що таке ТЕЧ? І загалом там базування також великої кількості авіації ворога, серед яких там сушки, 34-ті, 35-ті та інші. Техніка експлуатаційна частина. В ТЕЧі працюють інженерний состав, працює над самолітами. Ну, то есть проводить регламентні роботи, межполетную подготовку может проводить, проверяет узлы, агрегаты, там есть целый протокол проверки самолета. После это примерно маленький авиазавод, то есть маленький ремонтный завод, если можно так сказать. Вот в ТЧИ находится однозначно какой-то, то есть в расположении ТЧ находятся самолеты, разобранном иногда виде, ну, то есть их ремонтируют или проверяют узлы агрегаты, дальше собирают, и потом самолет уходит на испытания. Там есть определенные с допусками летчики полка или авиационной эскадрильи, у которых есть допуски на испытательные полеты, потом самолет поднимает воздух, он отлетывает определенное время, и дальше он становится в строй, в эксплуатацию. Потому ТЭЧ, то есть уничтожить ТЭЧ, это практически уничтожить какие-то самолеты, которые там находятся, в ангарах. Пане Романе, ну ще будемо, напевно, отримувати інформацію, так, що там влучило, тому що пригадую, як були по Морозовську удари, то ми кілька днів отримували згодом підтвердження того чи іншого влучання. Якщо говорити по Курській операції, що наразі відомо, в першу чергу Зеленський знову провів ставку, де про там, звісно ж, були і вищі військові чини, серед яких Олександр Сирський, і заговорили про те, що можливо створити в Курську військову комендатуру. Що це означає і для чого це пропонується, пане Роман? Ну, якщо в Курську вже буде воєнна комендатура, Путін повіситься і ляже рядом з Лініном. Наверно, скоріше всього, в Курській області, тобто южніше в тих населених пунктах, которых мы сейчас в данный момент контролируем. Военная комендатура нужна для обеспечения связи между войсками, которые выполняют боевые задачи. Они иногда из разных родов и видов войск, потому комендатура, можно сказать, как орган управления по некоторым позициям. И вторая задача комендатуры – это налаживание быта наших военных и управление теми процессами, которые остались среди мирного населения. То есть это своеобразная
городская власть. Ну, примерно так. То есть вот комендатура. В принципе, у нас вообще в Украине сейчас уже должны быть вместо городских властей, то есть вместо мэрии и управления внутреннего, именно комендатуры. То есть коменданты должны управлять в том числе и гражданской жизнью. Чи я правильно розумію, в такому випадку обмежаться якісь права і свободи, ну, але на це свідомо треба йти в умовах повномасштабного вторгнення? Это оптимальный вариант для выполнения боевых задач. То есть, когда страна воюет, не когда какая-то локальная операция. Страна воюет, страна подвергается ударам с воздуха. Любой квадратный метр Украины может быть атакован российскими кинжалами, искандерами, хашками. То есть, раз так, то, в принципе, на этом поле боя должна быть военное управление. И это один из оптимальнейших вариантов, когда решаются все задачи и не возникают дурные, так сказать, идеи, когда страна полностью работает на войне. Пане Романе, по Курській області, по території, яка контролюється силами оборони України, від Суджі зачищена, продемонстровано кадри. І далі, якщо рухатись на Рильське, ми з вами вже неодноразово говорили, от, власне, є, вчора ми демонстрували Любимівка, була тимчасово взята під контроль силами оборони. Тепер у нас є відео знову Іванівки. Давайте подивимось. О! Все, хорош, нормально. Там тоже треба ходить. Все нормально. Така собі тимчасова декомунізація. Пане Романе, от ми з вами ще минулого тижня говорили про напрямки руху і де рухаються сили оборони в Курській області. Лише зараз з'являються кадри кожного населеного пункту селища, де вивішується прапор України. Чи я правильно розумію, що от саме такий підхід, коли є вже зачищена територія, коли вже фактично вона взята під контроль, всі комунікації, лише тоді демонструється відео, відповідно вивішується прапор і демонструється. Це не так, як росіяни забігли на терикон, зачепили прапор для кадру і повернулась на свої позиції. Такая дерусифікація, я би сказав. Это, кстати, этим должны заниматься, вот как раз этим должны в том числе и комендатура заниматься. Определенными механизмами, связанными с границами населенных пунктов, которые контролируются. Естественно, по подаче информации идет через определенное время для того, чтобы она уже не была тактической, то есть тактическую информацию в видеопоток однозначно нельзя отправлять. Почему вот россияне иногда в этом смысле делают нам такую серьезную услугу? Мы иногда по их информации, которую они выкладывают в эфир, определяем границы их ареала обитания, так сказать. Мы иногда даже в качестве ИПСО это выполняется, то есть в качестве информационно-психологической спецоперации для того, чтобы аналитические центры россиян сбить с толку. Это тоже нужно и возможно. Но реально, конечно, контроль тех территорий, которые сейчас есть, лучше смотреть как раз по действиям россиян. По действиям имеется в виду там, где они начинают отрывать оборонительные рубежи. Вот вы правильно сказали, по направлению Рыльска. В районе Рыльска они уже начинают рыться, понимают, куда мы движемся. По крайней мере, одно из направлений в сторону Рыльска. Хотя реально, если смотреть на задачи стратегические, ну, понятно, на Москву двигаться смысла абсолютно никакого нет, там нечего делать. А вот движение в сторону Рыльска возможно, в сторону Львова. На Рыльска почему возможно движение вообще стратегически верно? Это для того, чтобы выровнять линию фронта, то есть вот это вклинение в районе Теткино. Вот Теткино — это вот такой аппендикс, чуть-чуть дальше, чуть еще южнее. Чуть южнее, вот, и вот это аппендикс Теткино, вот оно, да. Вот этот аппендикс Теткино я как-то показывал всегда как пример, вот почему надо выравнивать фронт. Вот Теткино, оно там по несколько километров по периметру вклинивается в украинскую территорию. Когда срезаешь этот аппендикс, ширина фронта уменьшается ровно в 3 раза.
Ну, это вот здесь, допустим. А реально, если чуть шире, вот мы сейчас движемся с Суджи в сторону Рыльска, то если срезать этот большой треугольник, то где-то в полтора раза это минимум уменьшается ширина фронта, а так как у нас недостаточное количество войск, меньшим количеством войск можно уплотнить войска, меньшим количеством уплотнить их на меньшее, естественно, на меньшем расстоянии. Вот, то есть этот треугольник вот примерно такой, он срезается, и линия фронта по границе, по дороге от Суджи на Рыльск. Ну, это примерно, то есть один из механизмов таких оперативных задач, которые в данный момент, в принципе, выполняются. То есть мы движемся в сторону того же Рыльска. Но на Рыльск можно выходить и со стороны Глухова. Вот посмотрите, со стороны Глухова, то есть юго-западнее от Рыльска, дорога идет Глухов-Рыльск, а дальше эта же дорога идет в сторону Львова и Курчатова. То есть вот это тоже движение, одно из, я не исключаю возможности, что со стороны Глухова, допустим, также будет развиваться определенные наступательные действия навстречу нашим войскам. Хотя это такая оперативно-тактическая задача, а серьезная оперативная задача, даже не стратегическая, наверное, еще оперативная, это, значит, движение на юг от Суджи, на юг в сторону Белгорода. Вот если от Суджи вот попробуйте провести в сторону Белгорода и дальше, допустим, практически до Волчанска. То есть та же самая картина, как выровнять фронт. Вот примерно так. Во-первых, вот такое выравнивание фронта, оно обезопасит Харьков от обстрела. Вот этот карман российской территории, его тоже с точки зрения стратегического, вот этот карман можно тоже взять под контроль, выровняв фронт, уменьшив его километров на 120, наверное, потому что расстояние через Белгород короче, естественно, чем по границе, отодвинуть километров на 70 границу от Харькова и обезопасить Харьков. То есть вот это, наверное, больше задача стратегическая, чем там движение в сторону Курска, на Москву, то есть это так, никуда называется. А вот такие вот действия, они должны уже были быть спланированы еще пару лет назад, понимая, что Харьков находится в серьезной проблеме из-за близости границы, и выполнять эти задачи. Ну, посмотрим, может быть, сейчас как раз и выполним. Почему? Потому что есть информация о том, что пытаемся сейчас кошмарить россиян на белгородской уже территории со стороны Красной долины, то есть с Краснополя на Красную долину там есть направление. Это южнее как раз Суджи, юго-восточнее Сум. То вот это направление, оно, наверное, оптимальное. Но, опять же, для этого надо определенное количество сил, средств. И выход, допустим, с той же Суджи под Белгород даст возможность дальше зайти в тыл российским войскам, которые сейчас атакуют Волчанск и Липцы, то есть работают севернее Харькова. Пане Романе, до речі, ви згадали про Липці і Харків, і я слухав бійців «Білоруський легіон», який вже виведений з Вовчанська, вони офіційно про це кажуть, тому можна говорити. Але вони кажуть наступне, що 10 травня, коли починалася операція росіян заходу в Харківську область, він каже наступне, що вони прекрасно бачили скупчення військ на кордоні з Україною, але на той момент через не маючи дозволу використовувати будь-яке західне озброєння по території Російської Федерації, вони кажуть, просто фізично не могли по них вдарити. Вони все бачили і бачили концентрацію військ і сил, які вони зібрали навпроти Вовчанська і Липців. Ну, видели это все однозначно. Главное управление разведки в течение месяца говорило о серьезности намерений россиян. То есть непосредственное разворачивание войск, оно заметно в течение где-то двое суток, полтора, где-то полутора, двое суток, так это однозначно. То есть и вот на этом разворачивании наши войска поймали россиян в районе Суджи. Они тоже начали разворачиваться. Естественно, мы взяли, вышли и ударили. То есть такой превентивный удар. Не дали возможности им дальше двигаться. А вот то, что россияне разворачивались под Харьковом, тоже было понимание процессов, только не было решения принято на выход. Их также можно было бы распылить, давануть РЭБом, распылить, и в конце концов такая же была бы операция, как сейчас проводится под Суджи. То есть
А недостаток, здесь много недостатков. И невозможность работать американским, ну, натовским оружием по российской территории. Нерешительность, может быть, нашего военно-политического руководства по заходу на российскую территорию. Вообще непонятно, почему. Нам все документы разрешают, основополагающие по ведению войн, на кратковременный заход на территорию противника. То есть здесь вообще непонятно, почему было пропущено виденное. То есть все видели и все стояли, ждали, пока оно произойдет. Вот хорошо под Суджи успели суммы обезопасить, по крайней мере, сейчас. Но решать вопрос этот можно. То есть я уже рассказал, как. И, в принципе, есть еще несколько вариантов, как эти вопросы можно решить. А в основном оптимально это, конечно, не лоб в лоб работать с россиянами, а заходить в тылы. Они панически боятся окружения. Просто панически боятся окружения, особенно ахматовцы, то есть для них это смерти подобно называется. Как только возникает какая-то возможность окружения, они практически полностью прекращают борьбу и ждут судьбы, называется. То есть эту российскую слабость надо однозначно использовать. Ну, вот как это произошло в той же Суджи. Как только мы вышли в тыл противнику, противник сразу сложил оружие. То есть просто впереди паровоза бежали сдаваться. Ви неймовірні, за короткий час було зібрано половини потрібної суми. Про що йдеться? Про те, що потрібно автомобіль L200 бійцям 93-ї бригади «Холодний Яр». Це на питання 240 тисяч. Зайвий раз не буду повторюватись, наскільки важливий автомобіль для того, аби міняти позиції, помагати побратимам. Та й загалом автомобіль на лінії бойового зіткнення – це дуже-дуже потрібна річ, але, на жаль, це є розхідник. Тому давайте 50% суми вже зібрали, ось QR-код. Хто скільки зможе, закриємо потреби нашим героям з 93-ї бригади, аби вони отримали цю автівку. Пане Романе, з'явилося також відео, продемонструємо от Тьотькіна, про яке ви згадували, про це, будемо називати це апендикс, який треба відрізати. Сили оборони опрацьовують. Ви вже раніше, ми з вами говорили, ви казали, що в 22-му році авіація неофіційно працювала по території Російської Федерації. Вже офіційно є кадри, як наша авіація, не F-16, працює JDM-ами по позиціях ворога в Тьотькіна. Ось ці кадри. Бачимо, є влучання. Оці JDM, вони, це, я так розумію, це керовані авіабомби, правильно ж? Это джедамы, это обвесы для авиационных бомб, планирующие авиабомбы, обвесы, которые дают возможность простой свободно падающей авиабомбе пропланировать несколько десятков километров и выйти ровно в ту точку, которая забита по GPS-навигации. То есть этот обвес, джедам, это обвес, крылышки, если можно так сказать, которые доворачивают бомбу в планировании в точку удара. В основном мы используем авиабомбы 250-е. Россияне используют 500-ки, а мы используем 250-е авиабомбы для этих задач. Самолет просто более управляем с 250-ми, чем с 500-ками. Почему, допустим, Су-34 сейчас российские начали брать не по 6 кабов 500-ых, а это те же фабы 500-е, только с обвесами, а по два, потому что парусность этих авиабомб, они все-таки большие, не дает возможности в полном объеме маневрировать самолетом, особенно под ударами. То есть вот эти задачи выполняются джедамами, задачи выполняются с 250-ми авиабомбой, это ее достаточно, она выходит просто точно в цель, там отклонение нескольких метров, не более того, и 250 килограмм боевой части выполняет ту задачу, которая поставлена, а взять на борт их можно больше. То есть мы сбрасываем эти авиабомбы, в принципе, любой самолет, который может поднять в воздух 250-ю авиабомбу, он может сбрасывать ее и выполнять эту задачу. И Су-25, и Су-24, и МиГ-29, и Су-27, то есть у нас целый спектр этих самолетов. Л-39 не подымет 250, то Л-39 сотку подымает, 100-килограммовую авиабомбу. Пане Романе, власне, Тьоткіна є опрацювання авіації нашої загалом. Російська влада сказала наступне, що Глушкове і Глушківський район офіційно вони примусово евакуйовують. А, власне, ви згадували про Львів. Львів, є кадри, як вони безпосередньо перед містом риють окопи. От видно, лінія окопна, тобто зариваються росіяни.
Чи правильно я розумію, що надалі, попри те, що Володимир Зеленський в вчорашньому зведенні сказав, що сили оборони далі просуваються, далі таких стрімких, можливо, хтось очікує з українців, але такого, напевно, не буде, стрімких проривів вже не буде. Це вже пройдений етап, тепер більше буде якась позиційна чи що війна. Ну, для того, чтобы выполнять, допустим, дальнейшее движение, это надо видеть стратегическую цель, но это же не Москва и не Курск. Курск, для того, чтобы контролировать Курск, нам надо, ну, как минимум, 200-тысячная, 150-200 тысяч армии. У нас нет такой сейчас силы для того, чтобы эти задачи выполнять, не говоря уже там о движении на Москву. То есть стратегическая задача такая не стоит, а значит, естественно, больших прорывов не будет. Это единственное, я вот показал, куда есть смысл двигаться, вдоль линии границы, выравнивая и создавая линию фронта, уменьшая ширину, то есть фронта за счет выравнивания. Причем иногда бывает даже в три раза. Вот под Теткино это вот явно видно, как это все делается. То есть если вокруг Теткина там 15 километров границы, то есть ее выровнять, получается 5 километров границы, в три раза уменьшили, но плотность войск, если вокруг Теткина стоит 3 бригады, это грубо говорю, то после срезания можно ставить одну бригаду, она будет выполнять задачу обороны. То есть это чисто условно. Та же самая, то есть вот такую задачу можно стратегически выполнять в течение определенного времени. Разворачивать линию фронта на российской территории, выравнивание ее, уменьшая ее в этом смысле, и дальше уже выполнять определенные фортификационные задачи, в зависимости от, или улучшать свою оборонную позицию. Львов, одна из вариантов, конечно, Львов, но это если ставить задачу выходить на Курскую атомную, допустим, и идти в сторону Курска. Тогда да, тогда есть смысл идти на Львов. А так реально, конечно, лучше Рыльск, то есть для того, чтобы срезать этот карман, о котором мы говорили, потому что Львов, он все-таки больше северо-восточнее находится. И без задачи выхода на Курчатов и на Курск нет смысла туда двигаться. Россияне Львов сейчас начинают окапывать. Почему? Потому что они видели наши ДРГшки, подходившие к Львову, и они пытаются обрисовать линии окопов, обрисовать определенный ареал обитания вооруженных сил Украины, если можно так сказать, на данный момент. Вот они его обрисовывают по большому кругу с радиусом, если от Суджи, примерно километров, наверное, 50-60, где-то так. Задачи, которые будут сейчас поставлены нашим войскам, напрямую будут зависеть от реакции россиян. Мы уже несколько раз говорили, то есть если не так, дальше сопли будут жевать, естественно, будем двигаться. Двигаться вдоль границы, скорее всего, в сторону Белгорода, один из вариантов. Если выбирать, куда двигаться, на Курск или на Белгород, так лучше на Белгород, для того, чтобы прикрыть Харьков, то есть увеличить рядом с Харьковом зону безопасности в сторону Белгорода. А Курск, он нужен так, поскольку. Только Курская атомная, хотя ее с этих дальностей, на которых мы сейчас находимся, уже можно отрабатывать и армейской артиллерии дальние, и нашими средствами поражения дальними, причем отминусовать всю генерацию энергораспределения, включая даже те же градирни. Вон, сожгли нам градирню на Запорожской атомной, сожжем эти все градирни, которые есть на Курской атомной. Это можно сделать с помощью тех же беспилотников. То есть задач может быть много, потому если россияне дальше будут бездействовать, лучше двигаться в сторону как раз Белгорода, в сторону Харькова в этом смысле. А если они сейчас перебросят войска с востока, то есть снимут серьезное количество войск, тогда будет выполнена основная задача. Мы тогда можем вообще отойти на нашу территорию. То есть если они перебросят войска и остановят давление по Восточному фронту, можно отойти на свою территорию или остаться на российской территории на лучших позициях и выдерживать, дальше уже разворачивать линию боевого соприкосновения с этими войсками, которые так бы давили в сторону Покровска. Большое давление. Мы редко, когда в последнее время проходимся по Восточному фронту, а надо через день как минимум. Курск курском. Вопросов нет, это выполняется, новый фронт, так называемый, выполняется задача пока только разворачивание и пробование ситуации как таковой. А реально у нас проблемы на Восточном фронте. Россияне опять продвинулись в районе Красногоровки, в районе Торецка, причем такие серьезные продвижения. В районе Очеретина, с Очеретина на Покровск идет разворачивание,
разворачивание наступательных действий в сторону Покровска и не останавливается. И резервы они отсюда еще не сняли. То есть и в районе Часовьяра, но там поменьше. Реально сейчас, можно сказать, одно направление оставили россияне в движении в сторону Покровска. Опять же, уменьшив ширину фронта, увеличив плотность войск на этой ширине фронта и увеличив давление в сторону Покровска. Как бы мы сейчас не стараемся в районе Курска их вызвать на принятие решения на снятие резервов, они пока на это не идут. Надо это тоже четко понимать. То есть эйфории, вопросов нет. Но война, она, у нее свои законы. И потому у нас большая, намного больше у нас сейчас проблема на Восточном фронте в сторону Покровска, чем у россиян проблема в сторону Курска или Курської атомної или Львова. Так, пане Романе, тому що на сході в напрямку Покровська бачимо пунктиром замальовано. Це Желане, Орлівка, в напрямку Миколаївка, Новогродівка, Гродівка. Рухаються росіяни, тактичні просування в них є кожного дня. Ну і ви праві, та, ми кожен день говоримо про Курськ, але основний напрямок зараз це Покровськ, де вони не припиняють і не знімають, очевидно, свої резерви. Шукають всюди, навіть з Петербурга везуть якихось відказників, є вже відео, яких закидають, але з сходу не знімають. Хотів би згадати, пане Романе, генерала Ходжеса, вірного друга України і затятого прихильника надавати озброєння Україні і використовувати на повну потужність по території Російської Федерації. Він прокоментував Курську операцію. Він сказав, що Україна показала нам урок, зробила для нас урок, як потрібно працювати в умовах, коли працюють і РЕБ, і дрони, все-таки неочікувано прорватися в Курську область, про що вже давно ми говорили. І загалом він каже, що саме це і є правильне використання своїх військ на території Російської Федерації. І також він каже наступне, що акцентує про те, що і кажуть наші військово-політичні керівництво, що ці території не потрібні Україні, аби захоплювати це з метою оборони, і це тимчасовий контроль. Коли-то лет 50 назад був такий старий воєнний анекдот, коли ЦУЛу взяли в плен, і він тільки на третій день замітив, що в сараї нет четвертої стіни. И пошел домой, называется. Так вот, та же самая картина и у нас. Опять же, чтобы не разочаровываться сильно на потом. Да мы 11 лет у нас направление на Москву было открыто полностью. Больше скажу. После вторжения в 22-м году россияне, когда вышли из Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областей и ушли на Донбасс, вот просто они снялись полностью и ушли за Оскол. Так вот, направление за Осколом, то есть восточнее Оскола, шли бои, тогда они заходили на Донбасс, заходили через Купинск, то есть вот это общее направление. А вот восточнее, вернее, западнее Оскола в сторону Белоруссии не было ни одной воинской российской части. Полностью 600 километров открытой границы, открытого фронта. Потому говорить о том, что какая-то необычность сейчас при принятии решения, так здесь больше не необычность, здесь больше вопрос, а чего нельзя было это сделать раньше? Почему у нас не было это направление, никогда не рассматривалось как фронтальное, как линия фронта и как направление в сторону российской столицы, в сторону Москвы? Мы воюем, ну, я уже несколько раз это говорил, с точки зрения, вот посмотрите просто на карту. Мы стоим в районе Харькова, вот с Харькова, да даже Харьковская область, если наши войска там стоять и посмотреть, получается направление на Москву на север, если развернуться на север, у нас сзади российская армия. Вот представляете, комичность ситуации, я не знаю, как это еще можно объяснить, столица России на север, войска наши, если пойдут в сторону Москвы, не встретят абсолютно никакого сопротивления. Российская армия защищает Москву в заднице украинской армии, то есть на юге. Они пытаются сейчас оборонять, по большому счету, барабулик в Азовском море. Ну а что они сейчас сделают? То есть российская армия полумиллионная полностью бросила направление на Москву и пошла на Азовское море за спину украинской армии. А мы стояли, сопли жевали в течение нескольких лет. Сейчас только вот дошло, фитиль догорел, а ЦИОЛа увидел, что оказывается 600 километров фронта абсолютно не прикрыты, и движение на Москву свободно в этом смысле.
А еще и допустили разворачивание российских войск в движении на Харьков. Тоже сопли жевали, ждали, пока не начнут вторжение. Вопрос, зачем? То есть много таких вопросов есть на данный момент. Ходжусу, конечно, большое спасибо за поддержку в этом смысле. Но здесь очень много негативных моментов. Как можно было и кто мог договариваться, что война будет за осколом? Ну, большой вопрос. То что произошло тогда в 27 марта 22 года в Стамбуле, что они так красиво договорились о том, чтобы взяли, сняли войска с Москвы. То есть Путин прикрылся, Москву Путин прикрыл какими-то договоренностями. Потому что убрать армию, полумиллионную армию от прикрытия столицы и перевести в зад практически армии украинской, это можно было только либо по такому серьезного бодуна, либо с полным идиотизмом принятия решения, либо по серьезной договоренности. Вот сейчас мы эту договоренность разрушили, я так понимаю. Вопрос, кто все-таки в конце концов не давал возможности, во-первых, работать с северной границей, это раз. И второе, что дали Путину тогда, в 22-м году? Путину дали механизм захвата Донбасса. Если бы он армию, которую он забросил на Донбасс, ему пришлось бы размазывать по тысяче километров фронта, у него бы не было такого количества войск на Донбассе. Он бы не взял Донбасс ни в коем бы случае. Сейчас бы бои шли в районе Северского Донца, в районе того же Лисичанска, Северодонецка до сих пор, потому что ему пришлось бы укреплять границу эти 600 километров в районе той же Суджи и вдоль всей северной границы по направлению на Москву. То есть вот такие договоренности политические приводят в конце концов к десяткам тысяч смертей, а то и сотням тысяч, потому что дают возможность противнику увеличить плотность войск и выполнять свою боевую задачу. Договоренности в 22-м году в Стамбульске дали возможность Путину захватить Донбасс. Он все войска, которые у него были там по сусекам собраны, бросил на выполнение одной задачи – захвата Луганской и Донецкой области, с которой он в данный момент справляется, самое интересное. То есть движение по востоку все равно идет. Потому разворачивание сил, средств вдоль северной границы и, так сказать, попытка перетянуть российские войска в конце концов для защиты российской столицы, то есть вернуть их обратно из юга нашей страны на север. Это одна из основных задач в ближайшее время. Вопрос, как мы с ней справимся. Почему? Потому что время-то упущено. Это надо было делать тогда еще в 22-м году. Не отпускать Путина, не отпускать российскую армию тогда из-под Киева, из-под Чернигова, Сум, Харькова. Нельзя было их оттуда отпускать. Надо было связывать боями. И тогда бы не перетекли, у них не было ни сухопутного коридора, ничего, потому что давление бы было в сторону Москвы, у них бы мысли не было двигаться в этом направлении. Ну ладно, это уже бывшие дела. То, что россияне, допустим, сейчас собирают даже отказников и перебрасывают, так это неправильно делают. У нас та же картина. У нас СДЧ самовольно залишив частины СЗЧшников, до сотни тысяч человек, до сотни тысяч. Причем по разным причинам, большинство этих причин, начиная от коррупции в армии, которая есть, и заканчивая некоторыми моментами, связанными с жизнедеятельностью людей разного уровня, тем более в основном это принудительно мобилизованные, так называемые. Так вот у нас до сотни тысяч СЗЧ. Их надо однозначно снимать, уголовные дела, уголовное преследование, то есть это надо на законодательном уровне раскрепостить, в конце концов, этот, я уже говорил, у нас армия, если считать по уголовке, по уголовным законам, это у нас карцер в концлагере Украина, примерно так. Надо этот вопрос однозначно решать, то есть снимать уголовное преследование, дать возможность СЗЧшникам легализоваться и дальше принять решение по участию в боевых действиях, допустим, даже в тех же подразделениях, которых они хотят, они из тех, которые они ушли. Раз они ушли из подразделения, значит, там какая-то проблема была с командиром, потому что просто так это не происходит. Либо неправильное построение управления как такового. Разные причины, и у нас армия, десятки тысяч людей, которые могли бы стать в строй и выполнять боевые задачи, они из-за вот этого уголовного счета через уголовное преследование не могут это сделать. То есть один из вариантов
как привлечь еще десятки тысяч военнослужащих, это снять уголовное преследование. Пане Романе, якщо говорити про обмінний фонд, знову ж таки, Сирський доповів Зеленському в крайній розмові, що велика кількість, знову ж таки, є полонених в Курській області, понад 100 за останній короткий період. І наш омбудсмен Дмитро Лубінець каже, що Росія вперше запросила переговори щодо обміну. Очевидно, це і є показник того, що справді велика кількість потрапила в полон, але, напевно, раніше потрапляли в полон. Чому саме зараз і чому саме от вперше Росія попросила перемовин щодо обміну? Кадировців много в плені, і їм треба зараз їх швидко вернути. Один із пріоритетів по обміну – ахматовці, то есть, і здесь Кадиров включає определені свої механізми, і він їх хоче їх вернути. Причому якраз цим треба зараз користуватися. Обмінний фонд є, запускати, чим швидше, тим краще, щоб політики не влізли в цю тему. Якщо зараз політики опять обратять на це увагу, то затягнеться цей обмін. Треба обміняти, і чим швидше, тим краще вернути наших ребят, які вже третій год томляться в плену. Тобто це так називаємо польовий обмін. І він навіть може производитися командирами частей в течі ведення бойових дій. І це найефективніший, кстати, спосіб обміну. Пане Роман, також на завершення на Запорізькому напрямку наші бійці продемонстрували, як вони ліквідували, я так розумію, це РЛС, каста, якісь там 2Е. Що це є? Я лише знаю, що воно коштує 60 мільйонів доларів. Так не дешево, я вам скажу, на вигляд виглядає зовсім не на 60 мільйонів. Каста 2Е2 – это радиолокационная станция, обзорная радиолокационная станция. Она передает информацию о целях, воздушных целях в радиусе 150 километров, передает информацию потребителям. Это могут быть зенитно-ракетные комплексы, это могут быть самолеты, это могут быть пункты управления, то есть обзорный режим обзора, так называемого. Сантиметровый диапазон, по-моему, 35 сантиметров у нее, и довольно-таки успешная станция с точки зрения выполнения задач. То есть россиянам она удалась в этом смысле, здесь можно их похвалить. И потому одна из первых, которая, как только замечается, где она располагается, она из первых, которая попадает под уничтожение. Наши службы безопасности Украины, несколько таких станций, они гоняются за ними. Угу. Гоняются в прямом смысле этого слова. То есть пытаются определить расположение именно этой радиолокационной системы. Это РЛС, радиотехнических войск Российской Федерации, РТВшка так называется. Хотя она и на ЗРВ работает, я уже сказал, на зенитно-ракетные войска и на авиацию в том числе. И уничтожение ее, это довольно-таки серьезный куш в войне. То есть это уже третья или четвертая станция Каста 2Е2, которая была уничтожена с помощью наших средств поражения. Это этапы завоевания превосходства воздуха. Это станция, как после уничтожения, россияне теряют целый сектор обзора, и им приходится запускать локаторы зенитно-ракетных комплексов. То есть обозначаться месторасположение ЗРК. После уничтожения Каста 2Е2 запускаются комплексы С-300, С-400, локаторы, а их уже видят наши ракеты, те же «Хармы», которыми начинаем выбивать уже сами зенитно-ракетные комплексы. То есть это такой этап, вот первый этап – это как раз уничтожение Каста. А є чи, пане Роман, чи є на нашому озброєнні подібні РЛС, як оця от Каста? У нас очень много локационных станций, причем произведенных украинскими специалистами. У нас хорошие специалисты были в свое время в Запорожье, они сейчас выехали и на сопредельных территориях запустили производство, и мы получаем очень хорошие станции, даже я бы больше сказал, лучше этой касты, потому что они чуть в другом диапазоне работают и более дальнее обнаружение, до 300 километров. Пане Романе, дуже вам дякую за це зведення. Нашим глядачам, нагадаю, сьогодні 15 серпня, четвер. Обов'язково коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь і діліться нашим щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак, ми з вами побачимось в ефірі 24-го каналу.